Доброе утро, мои дорогие. Время 7:07, да. Я 5:30 проводила зятя на войну. Теперь Сашу разбудить надо на работу. Потом с собакой погулять. Потом у меня курьер будет. Что-то там еще какая-то маленькая посылочка с Алиэкспресса пришла. В общем. Саш мне и говорит: мам, не уезжай, как с тобой хорошо. Конечно, хорошо, мама. Супчику грибного сварила. То там уберет, то это перестирает, то что-то. Я говорю: нет, Саш, нельзя жить с молодыми. У вас своя жизнь. У меня еще дел. Прежде чем я до Черноморского доберусь. Еще вот весна-то питерская, еще подагра разыгралась. У меня с собой были лекарства-то. Ну, в общем, короче говоря, еще один день начинается. Птички поют. Небушка, вон, наверное, хороший день сегодня будет. Так что с добрым ранним утром, мои дорогие. Начинаем новый день. Всем солнечного дня, хорошего настроения. Кончается апрель. Ну все, май — это уже красота, весна. Давайте просыпайтесь. Так, доброе утро. Сколько я вам должна? 100 рублей и плюс паспорт свой недавний. Сейчас, секундочку. Ну что, первый мой опыт общения с курьерами. Что у меня там пришло? Сейчас посмотрим. Опять замки. Да сколько ж я их заказала-то? Вот вы представляете. Главное, у меня там еще должны прийти 2 заказа. А идут все замки. Не, это хорошо. Это хорошо, что они идут и идут. Они мне нужны. У меня под золото их нету. Но мне нужны другие заказы. Вот хорошо бы сейчас пришли, потому что там уже кончается, просто вот уже где-то 5 дней осталось. Ну ладно. Так, ну что же, я свободна. Можно мне куда-то ехать. У меня еще будет курьер с кошачьим кормом, но это будет вечером. Так что можно ехать. Ну что, мои дорогие, а я уже сгоняла в кафе «Бижу», в магазин фурнитуры. Сходила на Апраксин двор. Вот, и уже поеду домой. Я купила, слава богу, круглогубцы. Причем там, где не ожидала совсем. И сегодня буду делать сатуар. Хочу сделать черный. И будет он называться «Память о Питере». Надеюсь, вам понравится. А то я уже устала. Я не могу не делать. Мне это действует на нервы. Вот. Вот. Девушка корзиночки все время продает тут. Но про кафе «Бижу» и опять Апраксин двор будет отдельное видео. Потому что иначе будет очень длинно. Так что иду к метро. Устала. Собака у меня закрыта в клетке.
сидит один дома. Ну, с кошкой. Ну, я недолго, я быстро в этот раз. Такой день хороший, просто вот замечательный. А почему, девочки, я стала вот снимать видео, как найти вот какой-то магазин? Да потому что сколько таких, как я, приезжают, и вот это лазишь в интернете, пока что-то найдешь. Я помню, как года 3 назад я приезжала к Саше, и она говорит: мам, поедем на Апраксин двор. Поехали. Она знала один только магазин «Мир украшений». А потом, когда я снимала, ну, видео выкладывала, и мне девочки из Питера написали, что на Апраксином дворе несколько таких магазинов, где продаются камни, вот это. И я стала сама искать уже в следующий раз. А это все время силы. Ну, поэтому стараюсь помочь таким же, как я. Вот и купила круглогубцы. Прям радость. Причем за 300 рублей, не за 1500, как там в Леонардо и во многих, в Искуснице там. Вот. Мне уже сказали, что с 1 мая по 5 у них распродажа в Искуснице. Но опять там нужен какой-то купон, которого у меня нет. Вот. Так что сейчас приеду и сяду за работу. Доехала я. Теперь мне надо что-то приготовить сегодня. На ужин Саша приедет вечером. Так. Она любит капусту тушеную. С мясом, с картошкой. Так, поменьше бы какую-нибудь взять. Может, там поменьше есть. Ну, надо молока. Хватит мне вот такого. Ой, сейчас пакет положу. Так, возьму вот такую штуку. Попробуйте. Типа пельмени, что ли, корейские. Креветки мне можно, белок. А тем более на пару. Ну, а тесто можно и не сильно есть, правда? Так. Стоит 199 рублей. Попробовать хотя бы. И тут корюшка. Ой, йогурты, он тоже все цены снижены. Так, сейчас поищу без сахара. Вот, без сахара. Все, что я покупала, показывала в магазине, да, на распродаже, все съели. Осталось там 2 йогурта. Ред с крабом. Просто вкуснятина такая. Маленькая, жалко, баночка. Да что там сделали по бутербродику, и все. Так. Сейчас надо поискать чего-нибудь мне. Для диабетиков-то хочется. Вот они. Полки перепутала. Со стевией.
Самое противное, что они чаще всего невкусные. Так, все, пошла. Дождался меня 3 часа, пока в магазин вот это сходила, пока то все домой пришла, быстрее пошли на улицу. Погулял, покакал, пописал с подклеенными ушами. Да, да, мой хороший, теперь кушать хотим, да. Сейчас, мой золотой, сейчас. И тайгу надо покормить, да. Вот такую штуку под коралл. Ну, это пластик, девчонки. Ну, я попробую, сделаю, может быть, с кораллом или просто с красными бусинами. Подвесочку такую крупную. Посмотрим. И вот такую я подвеску купила. Давно хотела. Ну, как-то все это. Вот хотелось мне такую подвеску. Я у девчонок видела, у многих делают. И купила вот такие 2 подвесочки. Ой, ну фокусируйся, пожалуйста. Вот такие вот. Они маленькие. Видите, какие они все. Вон они какие все, как эффект АБ. Вот. Вот такие вот. Так они вот золотом покрыты. Золотом. Краской золотой. Ну вот, мне понравилось, что они вот так вот все переливаются. Вот. Много я таких не беру. Я в основном в единственном экземпляре, поэтому вот. Ой, девчонки, я же говорю, было бы 100 тысяч, я бы все 100 тысяч истратила. Но я и так уже без денег, уже и у детей неудобно просить. Уже мне давали. Хватит уже. Так, сейчас приедет курьер, привезет кошке корм. Ждем курьера. Здрасте. Сколько я вам должна? Сейчас скажу. 1824. Так, ты куда? Ты куда? Иди домой. Ну там для кошек, правильно? Такой серьезный дяденька. Не какой-то мальчишка. Карту еще принес. Да, это не тебе, это тайге. Тайге, да. Слушайте, они тут обленились. Блин, в конец. Все им на дом приносят, да? Данте. Лишний раз, да? Не сходят никуда. Посмотрите, что он творит. Он ворует мой ботинок. Данте, ну, надо убираться. Ой, намусорил чего-то. Откуда он берет мусор, я не знаю. Данте, ну, ну нельзя, нельзя. Бабушкин ботинок, причем один и тот же, левый. И трепет его, и трепет. Да мне так ехать будет домой не в чем, милый. Ну, что это за безобразие, господи. Пошел, пошел. Понимает, что его ругают. Ну, ты не берешь ничью обувь, только мою. Ну, ну нельзя же так. Разуешь бабушку. Это единственные ботинки, в которых я ходить могу нормально. Но, зайчик ты мой, ну нехорошо же так. Смотрит так. Пусть стоят на комоде лучше. Могу. Вот оно, чудо чудное. Диво дивное, не надо облизывать грязную тарелку. Ну что ты, нельзя. Ой. Время позднее, а я все ковыряюсь. Надо вот еще шарфика собрать, кончики. Один. Так что, мои дорогие, давайте с вами прощаться.
До завтра. Завтра будет новый день, и что-то будет новое. Очень меня огорчает, что мало комментариев совсем, очень мало просмотров. Вот очень, знаете, что для меня странно? Я уезжаю из Мурманска, и сразу падают просмотры. Получается так, что меня больше всего смотрят, пока я в Мурманске. Хотя, в общем-то, снимаю-то то же самое, те же магазины хожу в Питере. Ну, вроде бы и Питер, да? Ну, почему-то вот не знаю. Ну, по 500 просмотров, ну, это что вообще? И совсем комментариев нет. Значит, наверное, нечего спрашивать, нечего комментировать, что ли, да? Не знаю. Ну, ладно. Ладно, мои золотые, давайте до завтра. Пусть у вас все будет хорошо. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Пусть ничего у вас не болит. Ладно? Ну, а я надеюсь, завтра увидимся. Давайте, я вас целую, обнимаю. Пока-пока, мои дорогие. Я сейчас пойду еще с собакой на ночь глядя погуляю. Пока-пока, мои хорошие. Always a move when the tide is